Приветствую всех, кто меня сейчас смотрит. И в данном ролике я хотел бы сделать пару объявлений. Ну, во-первых, все вы знаете, что в последнее время я выложил несколько видеороликов, связанных с боксом. В частности, с боем Усик Гасиев. Но все-таки этот канал заточен, то есть МВК, Миры Василия Клочкова, он заточен на тематику искусства, моего искусства в области графики, живописи, дизайна и так далее. То есть какие-то мои художественные проекты. И какие-то темы, не связанные с этим, выкладываются на этом канале крайне редко. И в связи с этим я решил создать отдельный канал. Канал, посвященный чисто боксу, обсуждению определенных бойцов, тех или иных боев, прогнозы, высказывание мнений, дискуссии, обсуждение стилей, каких-то тонкостей в боксе. Называется этот канал «13-й раунд», и ссылка на него будет под этим видеороликом. И второе небольшое объявление. Я также решил создать еще один канал «Василий Клочков», сокращенно ВК. Этот канал посвящен нескольким другим темам, а именно политике, истории, философии, психологии, отношениям между мужчиной и женщиной и многим другим интересным темам, более таким интеллектуальным, темам, которые могут заинтересовать многих людей. Возможно, некоторые ролики на этом канале откроют для вас что-то новое, как-то обогатят вас, заставят вас о чем-то задуматься. И ссылка на этот канал также будет под этим видеороликом. Собственно говоря, это все, что я хотел сказать. Хочу пожелать всем удачи, процветания и до скорых встреч. Пока!